Всем привет, с вами Санчес, это прохождение игры Сталкер Чистое Небо. Сегодня мы сходим на базу долго, на базу одиночек. Тут типа база у них. Сейчас мужика убьет контролер. Тьфу, контролер. Кровосос. Собственно, сейчас. Да-да. Какой, короче, первый, который пойдет. Можно сделать прикол, если получится. Короче, обыскивая мужика, можно было улететь вместе с ним. Он бы так полетел, вы бы так полетели, прям за карту, может быть. Сейчас у меня жесткое кручение началось. Бежим дальше. Бежим, бежим. Так, о, зайдем к одиночку. О, они нам зеленые, потому что мы в них вступили. Что-то за лаги, мне вот тут не нравится совсем. Совсем не в тему лаг. Сейчас посмотрим, может у них продается экзоскелет. Если это так, то тогда будет шикарно. Деньги я показываю для того, чтобы на что мы купим типа экзоскелет. Нефиг делать просто. От нефиг делать. О, 7,77, хорошее число. Так. Починим кожанку, починим это. И купим, если продаются патроны к шинковалке. Если это если продается, покупаем сева этого, продаем кожанку. Так, купили севу. Только лаги что-то, ну пофигу. Если тут можно апгрейдить, а тут нельзя. Ну, ладно, пойдем к долгу. Задание главы одиночек пройдем попозже. На выходе могут быть наши злейшие враги бандиты. А их нету. Никто энергетик не продает. Заколебался. Делаем коммунальную уборочку. Капитальную уборочку, то есть, ну пофига. Так. Пути обыщем тайник, в нем должны быть патроны и подствол, кажись, если я так хорошо помню. Нет, патроны и гранаты, значит я нуб. Плохо помню. Так, долго помогать мне, ну, если вы хотите играть долго, то помогайте. Я имею в виду побочных квестов, не основных. Основные вы не откручите с основных. Хотя в основном, может, долг что продает. Но экзоскелет он точно не продает, я так думаю. Но, может быть, что-нибудь еще продает. Кроме, может, пулеметчик. Или грозу, например. Или патроны к шинковалке точно есть. Должны быть. Но это же долг. У них должно быть это. Если есть, закупим патроны к шинковалке. Хотя бы что, 100-200, столько вообще будет. Смотрим. 5 сотен патронов. Так, 2 килограмма, 3 килограмма. Ну ладно. Купим на 8К как раз. Так. Сева круче. Ну, купим аптечек. Теперь пойдем к меху. Дойдем. И к лидерам поговорим. С лидером, то есть. Заходим.
Что у нас теперь? Можно пострелять шинковалочки. Так, сначала посмотрим апгрейд кое-какой. Хотя я думаю, нельзя. Ну ладно. А можно. Так, пластины. Это. Вот так вот, человек, апгрейднем. Вот у нас суперзащитный костюм Сева. Это нельзя. Информации нет. У нас то в Севе можно очень много артефактов. То есть все. И защита у Севы 30. Хотя бы лучше наши коронки, я думаю. Все характеристики у него лучше. Так, мы в стеночку вошли. Так, сейчас он даст задание найти пещеры и атаковать. Чего там всяких хренов, там будет контролер. Так. Он сейчас скажет, сержант Наливай. Кто такой сержант Наливайка? Если мне кто подскажет, я его за игру вообще не встречал. Нигде его нет, сержант Наливайка. Если я к нему подойду, он типа мне нальет? Да. Наливайка. Нет, сержант, разливайка. Ну что ж, удачи. Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет парой полезных советов. Вот это у нас есть шиночка. Я ее называю шинковалкой, не знаю почему, но с самого первого раза, когда я играл, мне понравилось, так назвал, случайно, начал дальше называть так. И до сих пор называю ее шинковалкой. Постоим. Постоим. Так. Только почему на Севе штучки от типа мультиплеер играю, я не понимаю. Сейчас, когда пойдем к пещере, будет очень много снорков. Наши не справятся. И я, чувствую, я не смогу их убить. Нет, я-то их убью, но наши останутся живы. То, что наши калаши убоги, блин. Что они могут с калашом сделать? Кидайте лучше на меня, лок. Че, вы кидаете на слабых, козлы? У нас на хорошего врага кинуться не может. Вот вашу мать, вот. Вы видите, снорки у меня почти ни хрена не отнимают. Это почти. Одну аптечку все равно из зоны придется. Так. Я еще интересно. Вот это через загрузку через локацию записывать не буду. Мы перешли через лог, тут будет целая кучка снорков. Хотя... Ну давай дуэль. О! Один на один все равны, казан. Клевали у меня. Аж патроны на вас тратить неохота. Все-таки за ним одну аптечку. Бежим. Сейчас будет контр. Ролер. Контролер это опасный. Мунтант. Патроны сейчас выкинем. Это я просто так. От них делать. Собираю. Так. Калашу в жопу. К этому в жопу. Так. Ставим. Шинковалку. Контроль находится там, вот тут. Сейчас покажу. О. Это плохо.
Он дебил. Ты дурак? Контроллер сам подошел. И на этом наша часть прохождения Сталкер Чистое Небо заканчивается. Встречу в следующих. До свидания.